Как защититься от коронавируса? Регулярная гигиена, обработка лица и рук – самый лучший способ защиты от коронавирусной инфекции. Мойте руки каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Старайтесь не посещать места массового скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми с симптомами респираторного заболевания, например, кашлем и чиханием. Не допускайте попадания бактерий и вирусов на слизистую оболочку. Не прикасайтесь руками к носу, рту и глазам. Кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте. Никаких рукопожатий. Используйте другие способы для приветствия. Обязательно используйте дезинфицирующие средства на рабочем месте. Носите маски. Это уменьшит шанс заразить других, если вы больны сами. Проветривайте помещение не менее 2 раз в сутки. Доверяйте лишь официальным источникам. Не становитесь жертвой фейковой информации. Если чувствуете у себя повышенную температуру, не ходите по всем поликлиникам, а звоните на колл-центр 1406 или на телефон 103.